Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете, как восстановить доступ к личному кабинету трейдера, клиента компании Amarkets, а также как изменить пароль от личного кабинета в случае, если у вас появилась такая необходимость. Итак, для входа в личный кабинет прямо на главной странице сайта компании Amarkets нажмите на кнопку «Личный кабинет». На появившейся странице авторизации вам необходимо указать ваш адрес электронной почты и пароль для доступа в личный кабинет. Пароль от личного кабинета каждый клиент компании Amarkets получает в отдельном письме сразу после прохождения регистрации. В том случае, если вы удалили письмо с паролем от вашего личного кабинета, вы можете пройти процедуру восстановления пароля. Для этого нажмите кнопку «Забыли пароль» и на странице восстановления пароля укажите ваш адрес электронной почты, который вы указывали при регистрации личного кабинета. Затем нажмите кнопку «Восстановить пароль». В результате на ваш адрес электронной почты придет письмо с гиперссылкой, пройдя по которой вы сможете самостоятельно задать пароль для входа в личный кабинет. Просто придумайте новый пароль и напишите его дважды в свободных полях. После этого нажмите кнопку «Восстановить пароль». Все, как видите, теперь доступ к личному кабинету восстановлен. В случае, если вы желаете изменить текущий пароль от личного кабинета, зайдите в раздел «Мой профиль» – «Изменить пароль». На появившейся странице укажите ваш текущий пароль, а также задайте новый пароль и подтвердите его. После этого нажмите кнопку «Сохранить изменения». Поздравляем! Пароль от личного кабинета был успешно изменен. Теперь вы знаете, как восстановить и настроить доступ к функционалу личного кабинета клиента компании Amarkets. Начните торговлю в Amarkets уже сегодня.